Эдна! Эдна, сними наушники! Пожар! Огонь распространяется слишком быстро, тебе нужна помощь! Карл, в парке пожар! Городу нужны твои способности! Эдна, должно быть, повредила трубу. Супергрузовик, в кого ты трансформируешься, чтобы потушить этот пожар? Пожарная машина? Ну, конечно. Прекрасная работа, но это еще не все. Пламя слева от тебя. А теперь справа. Эдна, супергрузовик приехал на помощь. Супергрузовик, огонь распространился по парку. Ты воспользуешься СТ-3000? Ох, не терпится посмотреть, что он сделает на этот раз. Пожарный бронзбойт? Невероятно! Ух ты, получается! Огонь отступает! О, нет! Карл, тебе нужно потушить пожар до того, как он доберется туда! Фух, получилось! Вот это да! Впечатляющий прыжок, Марли! Верно, я думаю, на сегодня огня достаточно. Ты хочешь, чтобы Марли перепрыгнул через тебя? Ну, хорошо, друзья, веселитесь! До встречи! Кэрри, куда ты так торопишься? Ты опаздываешь с доставкой, да?
подойди. Кэрри, ты слышала сирену? Кажется, Бобби в беде. Что стряслось, Бобби? Бобби, акулы окружили тебя. Осторожно! Кэрри, Бобби не слышит тебя. Не отвлекайся от дороги, по которой едешь. Кэрри? Карл, Кэрри и Бобби в беде. Кэрри упала с моста и приземлилась на лист кувшинки. И теперь акулы хотят ее съесть. Тебе нужно спасти их и поскорее. Гляди, Карл, Кэрри вон там. О, нет, мост разведут с минуты на минуту. И акул уже ничто не будет сдерживать. Скорее, Карл. Ты знаешь, в какую машину нужно трансформироваться, чтобы спасти ее? Кэрри, смотри, кто здесь. Супергрузовик, ты совсем забыл об акулах. Будь осторожен. Бобби, супергрузовик просит тебя отбуксировать Кэрри к берегу. Держись, Кэрри. Тебе нужно спешить, Бобби. Они уже рядом. Нужно работать еще быстрее, Карл. Отличная мысль, Карл. Ты же можешь воспользоваться своим чудесным прибором СТ-3000. Почему? Скорее, друзья! Вот это да, супергрузовик, сработало. Акулы уплывают обратно. Продолжай. Невероятно, ты напугал акул, и они уплыли, супергрузовик. Молодчина. Спасибо за твою помощь, супергрузовик. Ты прав, Бобби. Нам стоит обезопасить канал. Замечательная идея, супергрузовик. Давай воспользуемся сетью. Ха-ха! Веселитесь, друзья! Эй, Джерри! Пытаешься побить скоростной рекорд? Привет, Эдна.
похоже, у тебя сегодня непростая работа. Да-да-да. Это для какого-то особого случая. Понятно. Тогда тебе стоит вернуться к работе. Ой-ой, что-то не так. Из-за того, что Эдна копает, обрушается потолок туннеля. Джерри, тебе нужно остановиться. Эдна, остановись, туннель сейчас обрушится, а Джерри внутри. О, нет. Карл, Джерри в беде. Туннель заблокирован. В кого тебе нужно трансформироваться, Карл, чтобы попасть внутрь? Джерри, супергрузовик приехал к тебе на помощь. Ты что-то слышишь? Камни повредили трубу, когда падали. Супергрузовик, тебе нужно действовать быстро. Поторопись, супергрузовик! Вперед! Что происходит? Осторожно! О, нет, поток направляется в вашу сторону. Нужно использовать особое устройство. СТ-3000. Лазер? Потрясающе! Молодец, супергрузовик! Ты заморозил воду! Что ж, наслаждайтесь катанием, ребята! До новых встреч! Привет, Джерри! Пытаешься побить рекорд скорости? Ничего страшного, что ты не такой быстрый, Бен. Зато ты умеешь делать много других полезных вещей. Ты хочешь еще одну гонку? Да.
Бен, что это? Ты взял энергетическую установку из городской ратуши? Она не предназначена для тебя, Бен. Это опасно. Сними ее. О, нет. Карл, у нас проблема. Бен взял энергетическую установку и теперь не может остановиться. Она слишком мощная для него. Карл, Бен едет слишком быстро. В кого ты трансформируешься, чтобы поймать его? Осторожно, супергрузовик! Карл, тебе нужно остановить его любой ценой. Он едет прямо на разведенный мост. Он упадет в канал. Бен, берегись! Мост разведен! Карл, тебе нужна помощь. Воспользуйся СТ-3000. Крюк? Здорово! Без паники, Бен. Карл тянет тебя обратно, так что ты не успеешь доехать до моста. Фух, и мост как раз закрылся. Ой-ой, сделай что-нибудь, супергрузовик. Ого, берегись! Вот это да! Почему? Капа! Ух ты! Хорошее приземление! Теперь ты в безопасности, Бен. Спасибо тебе, супергрузовик. Ты спас этот город. Hey, kids! Thanks for watching! If you like Super Truck, click here to subscribe. For more adventures, click here. See you on the road!